Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Елена, и я возвращаю вас немножко к старинным традициям. У нас с вами впереди интересные разговоры в преддверии Пасхи. Все видео, которые относятся к разряду, так сказать, таинственного, непознанного, не открытого еще вами, нерешенного для вас, быть может, а может, вы вообще об этом не задумывались, все это лежит в определенной папке, таинственное, непознанное. Так что приглашаю вас, посмотрите цикл. Я недавно выложила буквально цикл видео по поводу, как готовиться к Пасхе. А теперь у нас сегодня цикл будет касаемо ордуницы, то бишь поминания усопших. И коль существует такое понятие, было бы очень здорово поговорить вообще, почему после светлого Пасхи, воскресенья, так сказать, когда все радуются, ликуют и так далее, обязательно приходит Красная Горка и празднуется Радуница, почему мы идем на кладбище и поминаем наших усопших. Дело в том, дорогие мои друзья, что вот сейчас в этом видео отдельном я вам немножечко растолкую вообще суть пасхального праздника. Задумывались ли вы над тем, почему мы друг другу говорим на Пасху «Христос воскрес, воистину воскрес»? Для нас это дежурная фраза, и, казалось бы, мы сказали, выполнили свое действие и на этом успокоились. Но ведь многие не пытаются даже задуматься, в связи с чем происходит такое приветствие и как оно было на самом деле. И я вас немножечко верну во времена онные, когда, собственно говоря, Иисус Христос встретился со своими учениками за вечерей, где все говорили о том, что, собственно говоря, обучение Христа, о человеколюбии, о добре, и все ученики выражали ему необыкновенное почтение, и также ознаменовал свои действия и сам Иисус Христос, и многие своим ученикам, показав, что люди все равны, и нету ни высокого чина, ни особого какого-то положения человека в жизни, все равны, нищие, богатые. Главное, чтобы ты был человеком в душе. Но среди учеников, собственно говоря, которые вроде бы поддерживали учение Христа и всячески этому способствовали и прочее, был один, который за 30 серебряников продал Христа, то есть выдал его римским властям. Далее происходит неправедный суд. После этого неправедного суда Христа распинают на кресте, где он мученически умер. И, соответственно, этому событию, в общем-то, соответствует Страстная Пятница, когда все горюют и помнят, что Христос умер. Далее происходит великое чудо, которое, собственно говоря, ознаменовано и воскресением Христовым, когда ученики, которые пришли оплакивать Христа и прочее, все-таки увидели момент его возрождения, и он воскрес из мертвых, и тут мы говорим смертью, смерть поправ, вот. Он вознесся на небо, но все его видели живым. Это просто у него теперь с тех пор, как, собственно говоря, он воскрес, он обрел свое бессмертие, бесконечную жизнь, которую он проводит на небесах, курируя жизни человечества, помогая кому-то, кого-то, в общем-то, останавливая и так далее. Уже он вершит справедливый суд по отношению к людям. Но момент, что он воскрес, здесь очень и очень важен. Дело в том, что уже который раз говорится, есть загробная жизнь или нет загробной жизни. Так вот, пасхальный праздник отвечает однозначно. Да, конечно, есть. Однозначно и бесповоротно. Христос воскрес и своим примером показал, что жизнь земная, которая, казалось бы, закончилась у каждого по-разному, у Христа очень трагично, только потому, что ему решили отомстить те, для кого его учение было вредоносно, его хотели стереть в порошок, устрашить не столько его, чья судьба уже была предрешена, сколько его учеников, которые должны были просто забыть о словах Христа, сказанных при жизни, об учениях, которые он проповедовал,
для того, чтобы если вот ваш учитель на костре, на кресте погиб, и вам также, собственно говоря, такая же будет судьба приурочена мученически умирать на кресте, если вы будете проповедовать то, что он вам говорил и так далее. И тем не менее, момент воскресения существует, его мы и празднуем в Святое Воскресенье. Итак, загробная жизнь есть, дорогие мои друзья. И вот если человек, проживая земную жизнь, усвоит, что для него ничего в жизни не заканчивается, а что на определенном этапе, когда изношенное физическое тело потребует того, чтобы, в общем-то, оно уже было предано земле, душа, которая является бессмертной частью нашего существования на земле, обретает либо бессмертие в райских кущах, либо возвращается вновь в новом теле для того, чтобы отрабатывать собственные недоделки, которые еще существуют. Душа, пока не отработает свою кармическую историю, будет бесконечно возвращаться на землю, которая для нас кажется, это жизнь желанная, потому что мы другой не знаем, а про райские пребывания, даже кратковременные для нашей души, просто не помним по разным обстоятельствам. Это память сокрыта от нас, и мы считаем, что этого нет по определению, потому что не можем об этом вспомнить. Но если мы празднуем Пасху, и празднуем ее каждый год, то давайте уже ее праздновать со значением. Мы празднуем не только воскресение Христа, но и празднуем само понимание, что за гибелью физического тела существует жизнь, которая требует того, чтобы о ней подумать еще при жизни. Христос воскрес, мы говорим, воистину воскрес, то есть допускаем присутствие в нашей жизни второй части существования нашей души, помимо земной. Она бессмертна, она бесконечна, она, как Христос, после гибели нашего тела возрождается. И этот процесс, который она обретает после освобождения от физического тела, является для нее желанным, приятным. И пребывание в райских кущах уже не имеет никаких границ. Это если душа достойна райских кущ. Поэтому наши предки, момент, когда уходили их близкие из жизни, конечно, горевали, страдали, и так, это однозначно, потому что смерть всегда есть смерть, и когда ты не видишь возрождения, как это произошло с Христом, что тому были подтверждения и масса всяких записей по поводу, да, действительно, и ангел спустился, и Христос воскрес, и великая радость пришла на смену невероятному горю, которое испытывали люди, которые уже попрощались и думали, что навсегда. Но, увидя воскресение, уверовали в учение Христа еще больше и поняли, что загробная жизнь открывает великие возможности. И я с этим абсолютно согласна. Но если допускаем мысль о том, что загробная жизнь действительно существует, то тогда на свое земное существование надо посмотреть совсем по-другому. Ведь существует не только рай, за который, в общем-то, все бьются, и, казалось бы, по большому счету, в раю всем хорошо, и к нему надо стремиться и прочее. Но вход в рай закрыт на определенные ворота, а у ворот стоит некто мудрый и человек достаточно ответственный, которому известны все ваши деяния, все, что с вами происходило до того, как вы постучались в райские ворота, уже счет вашим деяниям произведет. Вот то, как вы жили при жизни, таким образом от вас и откроются ворота либо в небесные райские кущи, либо в мир подземный, где, собственно говоря, вас тоже ждут с распростертыми объятиями. Так что в зависимости от того, как прожита земная жизнь, будет выглядеть и загробная. И тут, дорогие мои друзья, посмотрим на Пасху совсем другими глазами. Это ежегодное напоминание живущим. Верите ли вы в загробную жизнь? Не верите вы в загробную жизнь?
Ну вот вам пример воскресения Христа, которое празднуют все повсеместно. И лишний раз напоминание о том, чтобы вспомнить свою текущую жизнь, которая, собственно говоря, рано или поздно закончится. Это совершенно очевидно. Тело не может вам служить верой и правдой. Состарившись, оно подвержено утилизации, то есть оно уже не может поддерживать вашу душу. Но душа свободна. Покинув просторы тела, она не умирает вместе с телом, как думают некоторые, поэтому не очень озабочены тем, как они живут. Людям, опять же, напоминаю, свойственно отрицать те вещи, которые они не могут ни вспомнить, ни потрогать, ни сказать, что я это видел, я это знаю. Вот пример вот такой их вдохновляет. Они это прошли, и они понимают, что да, так есть на самом деле, и, значит, есть о чем поговорить. Но если ты получаешь теоретическую часть этого вопроса, кто-то где-то видел или религия утверждает и так далее, эти слова могут не лечь на сердце, и человек живет с мыслью о том, что умерло тело, умерла душа, а души там, скажем, и вовсе нету, поэтому ответственности за содеянное я не несу. Могу грабить, убивать, мошенничать, ничего мне за это не будет, по большому счету. Ну, посижу в тюрьме. Первый раз, что ли, я уже там сидел 2-3 раза, 4, мне уже ничего не страшно. Украл, выпил в тюрьму, это мое естественное состояние души и так далее. Хамлю, дерзю, гневаюсь, создаю массу проблем окружающих. Но мне плевать, потому что я такой, я ничего в своей жизни менять не хочу и не буду. Ну что ж, казалось бы, имеет право, правильно? Но это если он допустил мысль, что, например, за это ему ничего не будет. А если посмотреть на эту точку зрения так, как положено, твоя земная жизнь имеет отчет в момент, когда душа покидает тело. Она отчитывается перед высшими силами за то, что она в этой жизни, которая, в общем-то, сейчас закончилась, наработала. И вот стоит она, как нашкодивший школьник, под оком ангелов, которые оценивают ее достижения в жизни. И выясняется, что ничего она особого не достигла, ни на какие райские кущи она рассчитывать не может. Человек прожег свою жизнь, прожил ее нелицеприятно, ничего хорошего по себе не оставил. Детей не поддержал, жену бил, измывался, пил алкогольные напитки и вел себя как попало. По сути дела, его жизнь была никчемной, никакая карма не отработана, и толку от этого нет. А теперь представьте следующий момент. Вечно возвращаться на землю душа не в состоянии. У нее сроки по отработке кармы ограничены. Говорят, что душе дается 10 шансов возвращаться на землю для отработки собственных грехов. Но если по разным обстоятельствам ей это не удается, собственно говоря, сделать, таким образом она будет лишена райских кущ навсегда и обретет свое место в адских котлах, там, где остаются все души, которые все-таки свою карму не отработали. И вот теперь получается у нас с вами картина маслом. Значит, пребывание наше на земле должно быть максимально доброе, мы должны быть честными, отзывчивыми и так далее, уходить как можно дальше от роковых соблазнов этой жизни, игромании, хамства, злобы, алкоголизма, мошенничества, желание стяжать любой ценой, жадности, ярости и так далее и тому подобное. Раньше для того, чтобы людям было проще ориентироваться в этих вопросах, существовало 10 заповедей. Ими ведала, конечно, церковь, дорогие мои друзья. Люди приходили в церковь, для них это было естественно. Они общались, получали уроки жизни, им было легче, глядя в глаза иконам, подводить итоги собственных поступков, искать выходы из положения, стремились не опускаться до уровня животного и так далее, несли отчет за собственные деяния. Конечно, плохие люди были всегда.
И, в общем, исход существования этих душ легко можно проследить и понять. Никто не отрицает, что для праведных душ существует одно место пребывания, а для неправедных другое. Легко смотреть на эти вопросы тем, кто живет как попало и не допускает того, что есть загробная жизнь. Но для них будет сюрприз, дорогие мои друзья. Если они в это не верили, это не значит, что этого нету. Рано или поздно они столкнутся на пороге перехода из одной ипостаси в другую с тем, что за все придется рассчитаться. Так вот, до момента расчета, может быть, сразу, дорогие мои друзья, подумать над тем, как мы живем. Может быть, допустить эту мысль и уверовать в нее, что да, есть загробная жизнь, есть загробная жизнь. И она, быть может, для кого-то прекрасна, а для кого-то ужасна. Но переход в ужасность или прекрасность зависит только от количества тех хороших или нехороших дел, которые ты совершаешь при текущей своей жизни. И если вывести это как аксиому, то начинаешь по-другому жить. Хочется смошенничать, подумаешь, но ведь за это все придется платить. Пусть будет так, как положено. Человек заслуживает этого больше, чем я. Значит, подожду своего удачного момента, когда это придет само собой, или подработаю, или запасусь дополнительными знаниями. Все равно это придет, но тогда, когда положено. Хочется наорать на кого-то. Останавливаемся, потому что гнев – это один из грехов и самый любимый у сатаны, потому что гнев и тщеславие – это грехи, которые можно черпать из человечества бесконечно. Это человечество очень успешно производит и подает, потому у дьявола и силы так велики, потому что мы сами делаем его сильными. И когда понимаешь, что есть загробная жизнь, начинаешь контролировать собственное состояние внутреннее, свое, и свои помыслы, и свои мысли, и чаяния, с которыми ты живешь в этой земной жизни. Это единственно правильный подход, дорогие мои друзья, прожить нормальную человеческую жизнь. Человека самовоспитать можно только тогда, когда он свято уверен в том, что ни один его поступок без изучения высшими силами не проходит. Чтобы он это понимал, четко усваивал, и само празднование Пасхи лишний раз и указывает на то, ты живешь, совершаешь действия каждую минуту, каждый час, который пребываешь на земле. Но придет тот час, когда тебе придет время переходить в другое состояние. Все мы смертны, и придет момент смерти. С чем ты пришел в эту жизнь? Будешь праведным, воскреснешь, как Христос, и отправишься в райские кущи. Будешь неправедным, тебя ждет адские котлы, где тебе, в общем-то, рады только потому, что ты все сделал для того, чтобы там быть. Итак, Пасха лишний раз напоминает о том, что за смертью существует бессмертие. Бессмертие, которое, собственно говоря, религиозными моментами не оспаривалось. Вот почему следом за нашей Пасхой, где мы радуемся тому, что Христос воскрес, и всячески ликуем в этом месте, говорим «воистину воскрес», то есть подчеркиваю момент, что он счастливо избежал смерти, ушел в бессмертие и наблюдает за нами, за нашими деяниями, впрочем, у нас ликование и прочее. Но следом за этой веселой Пасхой идет не совсем веселый с точки зрения того, что наступает еще одна Пасха, которая приурочена всем усопшим, которые лежат на кладбище в ожидании страшного суда, который все непременно рано или поздно свершится. Обратите внимание, как я говорю, с точки зрения религиозного взгляда на эту историю, это не покойники, это не мертвецы, как принято говорить в некоторых кругах, это усопшие.
усопшие, то есть заснувшие, это души, которые просто ожидают момента, когда они могут встать перед судом, и когда будет определена их будущая история, то ли они отправляются в райские кущи, то ли они отправляются в ад. Прозвенят трубы ангелов, и души будут призваны из могил, они все восстанут и будут, собственно говоря, подвержены вот тому страшному суду, где только по поступкам и по деяниям, собственно говоря, будет определяться их бесконечное время пребывания на земле. Души, возможно, прожили эту жизнь не очень благостно по разным обстоятельствам. Кто-то не учел, кто-то не верил, кто-то и что. Но уже решить свои земные трудности они не могут по определению. У них надежда только на тех, кто живет на земле и может им помочь отработать их грехи. И, соответственно, отсюда вытекает еще одна мысль. Если мы думаем, что к покойнику, который, собственно говоря, или усопший, который ушел от нас, имеет право только на одно наше появление раз в году на Пасху, где мы стыдливо воткнем пластмассовый веночек копеечный и, так сказать, выполним «я был» и так далее, этого вполне достаточно, то это тоже неправильный подход, дорогие мои. При походах на кладбище нет никакой обязаловки. Ваша это святая обязанность. И если мы говорим о традициях, так я вам могу сказать, что чем ближе были люди к природе, тем больше они утверждали, что связь между живым и усопшим, она ведь не нарушается по определению. Все равно это члены рода. Да, их нету сейчас с нами на земле, но то, что они нам рассказывали, то, что они нам вкладывали в душу, оно же никуда не делось. Они свою работу выполнили, они нам дали те жизненно важные и нужные советы, которые, собственно говоря, нам помогают жить. Но наша обязанность взаимная – не забывать о могилах, которые должны нами приводиться в порядок. Мы должны молиться за усопших всенепременно. Об этом я поговорю в отдельных видео, чтобы сейчас вас не перегружать информацией. Но сейчас я просто хочу вам кое-что объяснить. Чем больше вы помните о своих усопших, которые ушли, быть может, кое-кого вы вовсе не знали, потому что бывает обстоятельство, человек умер до вашего рождения. Однако при всем при том, могилы никогда не должны находиться в запустении, и грех и стыд приходить только на Пасху, вот, выщипывать многометровые бурьяны, делать вид, что вы все уже выполнили. Нет, дорогие мои, поминальные дни существуют официальные в церковных календарях, об этом мы тоже будем говорить в отдельном видео. А есть просто позыв души, если вы понимаете, что только через ваши действия душа, которая не успела отработать свою карму, может ее отработать, просто это делаете уже вы для этой души. Вы, молясь за нее, отмаливаете те грехи, которые она не успела при жизни. Убирая на могилке, вы делаете вокруг нее чистоту, наводите и порядок. Подавая милостыню, вы тем самым подаете милостыню от усопшего, который этого сделать уже не может по обстоятельствам. То есть своим вниманием к усопшему вы помогаете ему в нужный час и в нужное время обрести все-таки достойное место в райских кущах, а не зринуться в адские котлы, куда все непременно попадут все усопшие, которых забыли, на могилы которых не ходят и делают вид, что там делать нечего, я не знал этого человека, не пойду. А если это член вашего рода, если это ваш корень, которого вы не знали, бывает и такое, но это ваш корень, ваш род, вы обязаны, если вы не хотите и не чувствуете никаких человеческих позывов, считайте это своей святой обязанностью,
отвечать за поступки рода и следить за этим, и помогать тем, кто, в общем-то, может быть, и не успел по разным обстоятельствам все-таки отличиться и приблизиться к святости, все-таки обрести свое место в лучшем мире. Мы в силах это сделать. Самое главное – не забывать свои корни и смотреть на поминовение усопших так же, как на… Ну, считайте, что это родственники, которые, возможно, собираются к вам в гости, но никогда не могут приехать. Но вы точно понимаете, что они у вас есть. Ну, вот так уже вам скажу по определению. Усопшие – это не те, кого надо забыть, вычеркнуть из памяти и не вспоминать о них никогда. Они незримо находятся среди вас. И многие из них могут стать вашими земными ангелами-хранителями. Мне даже задавали вопрос, откуда берутся ангелы. Есть ангелы, которые из воинства ангельского назначаются самим Господом Богом. Это один ангел-хранитель. А если вы почитаете свой род, и род ощущает это, особенно те, кого вы не видели, но усопшие, вы следите за могилами, подаете милостыню от имени того человека, пишите моменты, заказывайте панихиды, но я вам расскажу, как надо ухаживать за усопшими для того, чтобы им их судьба была определена, стало легче, чего они от вас ждут, от живущих, потому что сами они уже ничего сделать не могут. Уже только вашими руками, вашими помыслами и желанием им помочь могут позволить им обрести лучшее место, чем они себе уготовали. Они знают теперь уже, что жизнь бесконечна. Они бы уже, может быть, и пережили бы по-другому свою жизнь, и уже бы учли неприятности, но не могут. Итак, хоть нас прервали, но вернемся к тому, что я хотела сказать. Итак, Радоница, Красная Горка – это как раз ответ на те вопросы, которые мы сейчас с вами обсуждали. Однозначное указание на то, что почему мы празднуем Пасху для тех, кто усоп. Это лишнее подтверждение того, что они не умерли, они уснули. Они ждут просто своего часа. И в момент, когда мы приносим на кладбище куличи, крашенки, мало того, что по-хорошему, дорогие мои друзья, можно, конечно, кулич для похода на кладбище приготовить из тех, что были напечены к Пасхе, сохранить и принести. Но если мы рассматриваем традиции в полном объеме, в полном смысле этого слова, так я вам могу сказать, для усопших в преддверии Красной Горки Пасхи пеклись вновь в полном объеме, в таком же, как их пекли для пасхального празднования, потому что если загробная жизнь существует, дорогие мои друзья, она не оспаривалась, наши усопшие – это такие же живые, только по разным обстоятельствам для нас невидимые по определению. Тем самым мы подчеркиваем понятие, что жизнь бесконечна. Если они в земном виде, в земной ипостаси не могут перед нами предстать, это не значит, что они не живы, они все непременно восстанут из могилы, и мы, собственно говоря, своим празднованием их, созданием для них такого же антуража, праздника, но для усопших подчеркиваем того, что мы признаем, что загробная жизнь существует, мы их приветствуем, мы благодарим наш род за то, что он нам дал возможность существовать на этом белом свете, и через празднование, через память нашу по отношению к этим людям облегчаем их судьбу, которая все непременно будет решаться на страшном суде. Итак, в свете вот того, что я вам сказала, дорогие мои друзья, а речь у нас была достаточно философская, и ложится она не в каждое уши, это безусловно, потому что по-прежнему существует яростная когорта атеистов, которые не приемлют понятие о загробной жизни, ничего такого не имеют в виду, и всячески это оспаривают и прочее. Ну что ж, как говорится,
У каждого свой путь к пониманию подобных вопросов. Но если мы рассматриваем самое празднование Пасхи, то нас наталкивают на мысль: не мудрите, загробная жизнь существует, и в том, что вы не будете забывать свой род и будете ответственно относиться к тем, кто усоп, но по-прежнему жив, просто в своем виде, в своем понимании. Ваш род по-прежнему за вас переживает. И еще раз могу сказать, что многие из вашего рода могут стать для вас так называемыми земными ангелами-хранителями, которые всячески будут печься по поводу того, чтобы у вас все было хорошо в жизни, чтобы у вас получалось, чтобы вы не оступились, вовремя придержать или помочь вам, подсказать вам нужный совет и прочее. Но земные ангелы-хранители в основном получается из тех, кто усоп, но был горячо вами любим, раз. И кого вы не забываете после смерти. Потому что, как говорится, поболело-поболело, потом занялись своими делами, могилка зарастает, молитвы не летят, милостыня не подается, панихиды не заказываются. Вот и рад бы усопший стать для вас земным ангелом-хранителем, но вы его обескровили, вы про него просто забыли. От этого его страдания удваиваются или утраиваются. А я вам могу сказать, тот, кто забыл свой род, тот забыл самого себя, и дорого он не стоит. Как исправить эту ситуацию, я вам подскажу в следующем видео, когда у нас пойдет разговор о том, как правильно подготовиться к Красной Горке, то есть Радуница, для того, чтобы все вышло безупречно и замечательно. В отдельном видео у нас будет с вами те моменты, которые ждет от вас душа усопшего, вот, которой вы поможете необыкновенно разрешить ее вопросы, которые она не успела разрешить при жизни. То есть я расскажу вам о церковных свечах, панихидах и прочее. Поверьте мне, этот разговор к месту. Потому что когда еще и начинать жить по-новому, как не в Пасху, когда Христос воскрес и смертью смерть попрал, то бишь открыл нам понимание того, что наша земная жизнь может быть кратковременна, но впереди есть бесконечность. А вот в какой части этой бесконечности мы окажемся, зависит не только от нас, но и от тех людей, которые нас будут вспоминать или не будут вспоминать после смерти. А с вами была Елена.